продолжении следующего ролика мы рассмотрим двоечки из боевой позиции. Опять же, мы берем боксерский вариант. Это у нас апперкот, боковой и прямой. Для удобства, апперкот — это цифра 1, боковой — это цифра 2, прямой — это цифра 3. И таким образом мы начинаем их комбинировать по таблице Пифагора. То есть 1-1, 1-2, 1-3. Каким образом? Начинаем. 1-1. Сделали передний и задний, потом сразу же делаем наоборот. 1-1. Сделав так несколько двоечек, сразу же делаем либо по воздуху, либо по цели. Следующее по таблице Пифагора. 1-2. 1-2. 1-2. 1-2. 1-3. 1-3. 1-3. 1-3. Продолжая таблицу Пифагора. Цифра 2. 2-1. 2-1. Соответственно. 2-1. 2-1. 2-2. 2-2. 2-2. 2-2. 2-3. 2-3. 2-3. 2-3. 3-1. 3-1. 3-1. 3-1. 3-2. 3-2. 3-2. 3-2. 3-3. 3-3. 3-3. 3-3. Главным является то, что мы, когда с гири, ищем цельность перетекания одного элемента в другой. И, соответственно, убрав нагрузку, мы получаем уже скоростной вариант. Не надо торопиться с гирей, то есть стараться очень быстро взять. Нет. Найти качественный переход тазом. Это все можно делать шагами. При этом главное следить, чтобы вы не наклонялись, не тянулись за гири, а именно доворачивались. Соответственно, впоследствии, после поработав с гирькой, сразу переходим лучше на мешочек, где ставим акцент и правильную работу корпуса.